Правительство Туркменистана в сотрудничестве с представительством постоянного координатора ООН в Туркменистане, посольствами Азербайджана, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов организовало национальную молодежную конференцию по вопросам изменения климата. Мероприятие, проведенное накануне 29-й сессии Конференции молодежи по изменению климата и Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку, собрало в Ашхабаде молодых активистов, дипломатов и представителей международных организаций, которые обсудили важные вопросы климатической политики и устойчивого развития. Конференция стала важной вехой в просвещении молодежи Туркменистана по важнейшим климатическим вопросам и превращении ее в активных партнеров в глобальной борьбе с изменением климата. В ходе дискуссии молодежь Туркменистана показала свою решимость стать активными участниками глобального движения за предотвращение дальнейшего изменения климата. Кроме того, представители туркменской молодежи подготовят предложения для будущих проектов в Туркменистане, которые станут частью дорожной карты на 2025 год. В своем интервью постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлопаченко отметил: для системы Объединенных Наций в Туркменистане эта конференция очень важна. Потому что, как сказал генсек ООН Антонио Гутерреш, за молодежью будущее. И поэтому, конечно, мы уделяем большое внимание, что молодежь, которая будет жить на этой территории, на этой планете, чтобы они с самого начала привлекались к тому, чтобы принимать решения, которые для них будут тоже важными. Туркменская молодежь может показать и другим странам, как она активно относится к этому. И поэтому, конечно, роль ООН в том, чтобы помогать им развивать эти возможности и, конечно, направлять и делиться информацией. Мероприятие, собравшее широкий круг заинтересованных сторон, продемонстрировало стремление молодежи внести свой вклад в борьбу с изменением климата и решение экологических проблем как на местном, так и на глобальном уровнях, способствовало применению инклюзивного и междисциплинарного подхода в решении этих сложных проблем. Конференция подчеркнула роль молодого поколения как ключевого партнера в борьбе с изменением климата, вдохновила молодых людей Туркменистана на активное участие в проектах по борьбе с изменением климата, а также предоставила возможность для обсуждения и решения основных вопросов по изменению климата, влияющих на природу Туркменистана. Успех молодежной конференции по изменению климата стал свидетельством непоколебимой приверженности молодежи Туркменистана по решению неотложных проблем, связанных с климатическим кризисом, и очевидно, что энтузиазм, новаторство и решимость молодых лидеров сыграют решающую роль в формировании более устойчивого будущего Туркменистана и всего мира. Эта конференция ЭЛКОЙ-2024, которая прошла в Туркменистане, дала нам массу возможностей для туркменской молодежи дать свои идеи для реализации климатических вопросов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить уважаемого Геру Аркадага и уважаемого президента Туркменистана за их вклад в развитие молодежи.